Привет всем стратегическим жеужикам, а также людям, просто которым нравится смотреть на пошаговые стратегии. Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что у вас на экране продолжение партии в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm за Россию с новым патчем и с новым режимом «Варварские кланы». Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании. Ну а спонсоры все видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Мы тут, хотел сказать, плюшками балуемся. В принципе, так и есть, галами балуемся. Уничтожаем потихонечку эту цивилизацию. Все как и было исторично. Отыгрываем историчных русских, которые уничтожают галов. Потом примемся за Вавилон и, думаю, за Колумбию в будущем этот весь континент будет русским. Так, раз, два, три. Наверное, стоит рыбку эту обработать. Блин, и жемчуг там стоит обработать. Сначала рыбку, чтобы Петроград лучше рос. Угу. Потом и до жемчуга доберемся. Так, пока не скачем. Я все планирую кругосветочку организовать. Надеюсь, потому что у нас осталось тут 7 ходов до конца эпохи, а мы как-то пока золотой век-то не выходим. Так, ну у нас будет первый самолет, это точно. В этом мире. А это уже 5 очков, если я ничего не путаю. Но Анду я не хочу захватывать, еще раз повторю. Просто прокачиваю каперы потихоньку. Так, закончим Эрмитаж. Еще 4 очка, да? Не, 5 очков. Фига себе. Так, а он... в нем что можно собирать? Любые художественные... Угу. Надо было все-таки тогда в Соликамске строить... Археологический музей. Так, вот там ГГшка какая-то сверху. И у Питахи еще... О, еще и чудо нашел. Так, ну мы в эту сторону плывем, потому что я хочу кругосветку. Блин, а я не смогу пройти, они мне открытые границы не дадут из-за плохого... Ну, блин, знаете что, я, наверное, без кругосветки тут в золотой век теперь уже выйду. Так что... давайте в Кардифф. Дай. Ой, еще и засюзеренил Кардифф, кстати. Он недавно только появился. Я его первый сюзерен. Ну, это все уже золотой век. О, Пенгалу можем обратно в столицу запихнуть. Вот там без Пенгалы гранты как-то грустно. Так, нам тут надо что-то построить. Давайте подумаем, что. Ну, наверное... Блин, будем пробовать культуры? Давай, если будем пробовать культуры, тогда национальный музей надо строить. Если не будем пробовать культуры, то, конечно, ускорение... ну, чтобы рабочие ускоряли улет. Так, Эрмитаж мы тут построили. Нам один ход до аэродрома, значит, мы тут просто пропустим. Этот один ход, не будем ничего делать. Тут все строится, строится. Строится. Окей, ничего не берем. Просто Shift-Enter. Делаем. 5. На... То есть там на ланду постоянно кто-то перекупает, а потом ее обратно перекупает Вавилон. Странно. Кстати, да, будь здорово. Мне бы карточку на алюминий поставить. С другой стороны, у меня и так ее плюс 6. Не, плюс 4. Поставлю карточку, будет плюс 6. Да, карточку на алюминий бы стоило поставить. Даша, она опять чихает. Что делать? О, еще плюс 3. Sports do not build character. Я первый, кто в эпоху атома вышел.
Да, короче, в этой партии, конечно, вообще я тут компьютеров разваливаю. О, и экономику продаю, что тут уже вот вам второй банк стоит. Отлично. Так, тут надо передать. Эти клетки точно надо передать. Ну, это Новгороду, кстати, оставим. Надо тоже пообрабатывать уголь. Я бы вот это убрал теперь, потому что у меня угля явно дофига, а поставил бы вот это, чтобы алюминий больше капал. Сейчас мы этот уголь обработаем, тут вообще будет зашибись. Да, кстати, надо. Что мы ремонтируем, надо больше рабочих, будем курорты Краснодарского края горнолыжные делать. Строитель в Новосибирске. Я решил, что у меня тут нету желания какие-то районы еще ставить. Поэтому просто будем тут все улучшать. Ну, еще, наверное, рабочего, кстати. Хватит. Так, в Казани аэропорт. Вот сюда. Давайте пометим, что у нас будет театралка. Есть ангар, два хода до самолетов. Тогда центр вещания. Я, наверное, самолет просто куплю первый. Казани причем. Так, профессиональный спорт, это я для того, чтобы можно было стадион и центр водных видов спорта. Так, слушайте, а что стадион Маракана делает плюс два довольства в каждом городе цивилизации? Ну, кстати, я бы попробовал в него ломануть. И пошли теперь в рок-группу еще. Я реально сейчас попробую культуры, потому что у меня некуда, в общем-то, девать больше веру. Престиж, дипломатической видимости. Это каждый артефакт в этом городе, кстати. И артефакты во всех ваших городах вырабатывают. Блин, археологические надо будет. Хотя я бы этого забрал. Ученого, раз мы пытаемся побеждать. Через шедевры. Сейчас у меня там будет, по идее. А, слушайте, давайте тогда мы, наверное, в Киеве пока отложим. Давайте гранты делать, потому что, ну, надо этого ученого как-то выкупить. За веру. Вон тут на воду спускаю. И, наверное. Ну, давайте, наверное, ферму тут построю. О, на территории отлично. Мы его сейчас тут в ромашку посадим, чтобы он меня все защищал. Пока музыкальные шедевры некуда запихнуть. Так, ну тут писателей тоже некуда. Ладно, пускай пока стоят. Так. Значит, я хочу еще Бродвей и. Бродвей и Большой театр. Кстати, вот я в Смоленске как раз большой театр могу наконец-то тут построить. Отлично.
отправляем. Туда инженера. Тут просто лечимся пока. Тоже возвращаться, потому что все убито, что могло нам помешать. Зарядов хватит, весь этот уголь обработать, так что пойдем сюда сначала. Холмик. Повышение. О, могу наконец-то развлекательный комплекс. Я тут хотел, и я его поставлю. Плавать, смотри, что у нас рядом есть. Не высадится. Ладно, подождем. Рынок для каравана. Угольная электростанция. Так, кстати, пригород вполне можно. О, вот тут на плюс 6 я бы здесь обработал. А вот пригород на плюс 6 рядом с вулканом. Где построим район, где у нас жители будут жить? Рядом с вулканом. Е-е-е. Такие, у там такие дорогие дома. О, причем рядом с вулканом действующим, прям конкретно. То есть мои ученые знают, что он действующий. Так, ну я уже в золотом веке. То есть, а сколько у нас... Да, блин. Дайте посмотреть. 6 ходов. Но я не буду откладывать покупку самолета. Можно было бы, знаете... Да, блин. Вы задолбали. Точнее, это этот... Вьетнам задолбал. Как бы мне его... поймать, там, этого шпиона? Наконец-то Колумбия стала на другом континенте заселяться. Достаточно жилья. Блин, как бы мне с этими уже восставшими, он тут не появлялось больше никогда, разобраться, а? Так, 4 хода до возможности развлекательный комплекс поставить. Тогда, в принципе, строителя, здесь арену, здесь ангар. В Новгороде караван. В Петрограде библиотеку. Петропавловский маяк. Блин, 8 послов. Даже не... Ну, кстати, могу на Ланду. Мне кажется, знаете что? Мне кажется, что на Ланде чей-то шпион действует, убирает
послов, поэтому постоянно Хамурапи. Сюзерен, сюзерен, сюзерен. Так, сколько у меня уже... А, уже по максимуму 30% культуры идет. Ну, не знаю, надо ли мне центр вещания иметь. Я чуть не хочу. Ладно. Да и деньги в Кахопе. Не, не хочу никуда. Ничего отправлять. И последняя цива. Я первой цивилизацией стал, кто встретил всех. О, Менелик-то неплох. Он как раз после меня второй по науке. А где мы находимся? Мы все вместе вот здесь. Так? Так, я пойду после улучшенного яйца сразу в компьютеры, чтобы обезопасить себя от затопления. Потом химию. Как-то так. Да, очень интересные, конечно, континенты получились. Очень необычно. Даже пшеничку пойти сразу обработать. Блин, я думал, это... Это я хреново его прокачал. Ну ладно, посадим контрразведку. Ну это, конечно, шпион не должен в контрразведке сидеть. Он должен ходить. Так, вылечить. Давайте будем Византию полностью откроем. Сакхас. Капер лучше. И встретили эфир. Блин, 6 очков. Я просто уже такой, ну, перебор очков эпохи. В этой эпохе. Жаль. Опять на ланду. А вот еще у меня перекупили карди. А что там карди? Там карди что-то не особо важное. Или карди кто-то перекупил из моих соперников. А, Василий. Он дает возможность... Там что-то... Еще плюс 3, блин. И сейчас я еще самолет первый... Первым в мире построю. Города плюс 2... А, за каждое здание в гавани. Не, кстати, это в моем случае очень хорошее. Его надо сюзеренить мне. Это очень существенный прирост. Давайте до 6 доведу. Очень существенный прирост энергии. Не буду уголь тратить. Тем у меня тут угля как раз дофига. Сейчас. Так, покупаем Сэмэль. Сколько еще? Еще плюс 6. Художника нанимаем. Строитель. Счет 3 хода. Арена, зоопарк. И ребята бегут сюда. Так, в Смоленске переключаем на самолетики. А, подождите, давайте, знаете как? Так, подождите, вот так сделаю. Ускорим.
Эрмитаж. И продолжим два самолетика делать. Так. В Казани хочу ангар достроить и потом самолет тоже. Истребители нам точно тут не понадобятся вообще никак. Так, может об открытых границах договориться, пока он не стал бычить на меня. Меня уже все ненавидят. Ну, собственно, как и во всем мире работает. У нас союз с двумя несущественными цивилизациями, как и Россия с каким-то там Сьерра-Леоне дружит. А весь остальной мир нас ненавидит. Вообще непонятно почему. Может, что мы всех захватить хотим, как вы думаете? Возможно такое? А давайте в Киев отправлю, не знаю. Что мне внутренние пути захотелось. Кстати, у меня тут есть политический курс от... Бои на вашей территории дают плюс 100% производства. Нет. Где у нас тут? Вот коллективизм. Плюс 2 производства и 4 тысячи от внутренних путей. Мне кажется, имеет смысл. Так, линию Наски, кстати, здесь нарисовать. И здесь, и здесь. Надо будет. Так, а Майя с Византией воюют, да? Новгород торговец. Знаете, тут тоже, хотя, блин, я хочу здесь фермы красивые сделать, так что у меня аэродром тут как-то в лом ставить. Мне кажется, мне два аэродрома хватит. Давайте рабочего тогда. Кронштадт и пригород. О, тут Венеция. Давайте венецианочку. Я бы построил. Венецианка просто в два раза больше кораблей дает. Никогда не помешает. Тут еще у нас чудеса. Все чудеса это плюс еще к туризму. Ой, слушайте, я забыл. Забыл следить. Я этого ученого не смогу забрать. Слишком много веры требуется. Военное наступление на Антонинариву. Вот это не очень хорошо. Антонинариву это плюс 30% культуры. У него, кстати, слабенькие армии. Ну, правда, и Колумбия какой-то фигней нападает. С другой стороны. Так, ну чё? Или может сразу еще самолет купить? Денег дофига. Чем быстрее заберем Галла, тем веселее. Восемнадцать. Ну, в принципе... Пока накапливается. Может мне еще где провести? Так, плюс 4. Еще провести гранты.
То есть я тут еще получаю за счет пингалы чуть больше, да? Так, зоопарк. Тут два хода. Давайте так сделаем. Пикси сколько ходов? Тут два хода. Ладно. Так. Кронштадте. Два хода. Блин, ну за два хода он же не должен забрать. 18. Ему не хватает 25. 45, да? Нет, он 36 только наберет. Так что за два хода, по идее, это нормально, если я почитаю проектики. Вот так. Мне просто надо набить... Блин, как-то аккуратно. Хотя бы... Эту кругосветку не сделать раньше срока. Платный экземпляр редкого ресурса. Нафиг мне надо. У меня, по-моему, все... Если только все киты где-то есть... Но у меня ощущение, что на этой карте их просто нету. Да, а все остальные морские ресурсы у меня есть, поэтому... Не знаю, пойти еще жемчуг. А, давайте глянем, что у нас по ресурсам. Я явно монополист. А, жемчуга, кстати, 32. Монополия табак, монополия цитрусовая. Монополия на чай во Вьетнаме. Монополия серебро. Ртуть я тоже будет монополия, когда захвачу гала, мне кажется. Ай, давайте просто его на автомат правим. А, нельзя автоматически следовать, если он в одном строю. Прикол. Такого я не знал. А почему не сделать? Ну, нету смысла, не знаю. Черепахи мне точно не нужны. Янтаря тоже дофига. Фигня полная. И подстаю. Эти вот аншан, видите, дает 18 науки, считайте, мне аншан дает. Что у нас по культуре? О, слушайте, тут уже половина как будто заполнена. Ничего себе. Так что, может, получится все-таки? Не хочу ремонтировать пригород, чтобы они опять на меня не нападали. Хочу тут наску построить. Чтобы опять повстанцев не поднимали в Киеве. Задолбали. Вьетнамцы эти. Сначала торговца, потом верфь сразу. Так, сделаю. Я не мог отсюда торговца отправить, потому что не добегало никуда. Т.
Так. Два археологических. Нет. Один археологический. Да, нужно еще театралки археологические строить. Да-да, осуждайте меня все полностью. У нас только хорошие отношения с союзниками моими, и все. Кстати, имеет смысл, возможно, мне даже поторговать. Сейчас посмотрим. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain Здание морских юнитов. Двойной эффект, если отличается от вашего, содержание ядерной. Вот рок-группы у нас. Самое главное. Так. Маяк и верфь в этом районе мгновенно строит. Ну, кстати, ему нет. Так, не берет она. Следующим ходом у меня будет большой прирост. Посмотрим. Ну, видимо, следующим ходом я только... У меня последний шанс забрать этого ученого. Он будет? Блин, мне тут надо... Подождите, а почему не увеличилось? Почему у меня написано 2 из 2, если у меня построен ангар, и должен быть 2 из 3 на самом деле? Очередной глюк какой-то в игре. Потому что ангар добавляет. Количество самолетов. Мне кажется, следующим ходом, по идее, можно уже будет попробовать забрать Адуатуку. Курорты. Надо курорты ставить рабочими. Это плюс к туризму. Вот забыл я. А морские курорты у нас где? Наверное, тоже уже открыты. Это лыжные. Кстати, культурный туризм надо поставить. Или они не здесь открываются? А, открыты, да, морской курорт. Тоже надо ставить, слушайте. Может, мне тут морской курорт поставить, а не Наску? А, ну только на престиже ставится. Там определенный престиж должен быть. Потрясающий, видимо. Слушайте, вот это я могу, кстати, перебросить в Петропавловск и верфь хотя бы построить. Маяк, фиг с ним. А вот верфь можно будет сразу сделать. Так, давайте тут отложим, значит, верфь. Рам доделаем. О, что-то они тут строят. И тут Биг Бен, и тут Биг Бен. Смотрите, два Биг Бена в одной, ну, через клетку друг от друга.
в соседних клетках, лучше так сказать. Два Биг Бена в соседних клетках. Прям так им нужны Биг Бены. Ну и самое жалко, что я не помню где, по-моему, в Антиохии Византия строила собор Василия Блаженного. Очень, очень жалко, что он не достроил его. Уже просто бессмысленно. Не дает ничего абсолютно. Так, подождите, а тут у нас... Вот еще что можно. Так, вот давайте. Рудничок. А этого сюда на янтарь. Не знаю, давайте вернемся, ладно. Кавалерии домой. Холодная война, но это пока держу, я буду, я начну покупать рок-группы чуть позже. Кстати, где у нас повышение для рок-групп? Это вот, вот что мне надо открыть. Вы проложили торговые пути. Так, мне нужно культурное наследие, значит. В любом случае, это нафиг надо, нафиг надо. Демократия, ничего. Вот мне культурное наследие требуется при 100% артефактов, так? Дальше. Здесь... Вот, 200% музыкальных шедевров. Потом... Социальные сети, очевидно. И охрана природы. Давайте культурное наследие, охрана природы, потому что просто плюс 25% ни с чего. А потом уже 200% туризма и плюс 50%. Вот так. Что у нас есть на туризм из производства? Увеличивать на минус 10% науки. Плюс 2 к довольству и плюс 2 к культуре за каждый специализированный район. Может, правую демократию взять? Минус 3 боевой мощи мне нафиг надо. Ну, это, кстати, не, тут ничего на туризм не... Ну, только вот этот минус 10% туризма, но... Вообще, конечно, центры коммерции и военные лагеря увеличивают на 10% лучше. Тоже прикольно, но у меня их не так много. Давайте потом в цифровую демократию пойдем. И управление будет. Где-то есть карточка, которая позволяет выбирать прокачку рок-группам, но это, видимо, уже в технологиях будущего. Так что не про нашу честь, так сказать. Я все отклоняю. Надо будет посмотреть, поторговать шедеврами. Я просто надо увидеть, что, куда я вообще какие-то шедевры... Вот мне бы реликвии, на самом деле, выцыганить. У меня храмы стоят. Пустые. Ух ты. Интересно, кто это придумал? Ну, давайте, кто там хочет мне войну объявить, вперед. Обратите внимание, что Византия не имеет-то и так много золота. То есть, помните, предотвращен ущерб от наводнения, отлично. И мне кто-то войну еще объявил. Амбиотрикс, понятно. Ага, Вьетнам объявил войну. Вот это, кстати, не очень приятно. Они, правда, не смогут мне ничего сделать. Плюс 25% туризма по всей. Так, что у нас реально с культурой? Че, я побеждаю через 11 ходов? Серьезно? Это... Так, раз там кто-то тут войну объявил, его апостолы будут сожжены как еретики. Хе-хе-хе. Отлично. Так, ну я бы... Так, давайте пока займемся галом. Ну,
вот уже 2 из 3 вернулось правильное обозначение. Так, сможем ли мы город захватить? Мне кажется, должны. Давайте пробовать. В любом случае. Нет, все-таки. Следующим ходом. Все-таки следующим ходом. Так, что у нас с ученым? Очень мне важен. Покупаем, отлично. Отлично. Этот ученый на культурную победу. Больше пока тут ничего нету на культурную победу. Табачок давайте обработаем. Вообще мне надо делать рабочих, которые будут эти создавать курорты. Не, ну надо самолет. У меня большой театр, мне что, нечего там использовать в большом театре. У меня, видите, храмы стоят пустые. Все остальное, как бы, я могу куда-то определять. Поэтому давайте пройдемся по реликвиям. Есть ли у кого-нибудь текст? Вот, реликвия. 2 реликвии у... Отлично. Так. Чего у тебя нету? Уголька не хочешь? Например, 10 штучек уголька, да? Потом апельсинку. Ой, 18 золота вход всего лишь. Я соглашусь. Так. И вот у нас борода евангелиста и шелковые тексты. И у нас еще 2 храма. Плюс я еще тут один, по-моему, строю. Значит, ну, в любом случае, еще давайте пока... Искать 2 реликвии. Реликвии у монголов нету. Византийцев должно быть. Нету. У майя есть. Копье судьбы. Давайте табачок. 25 золота вход. И селитру. 13 вход. Я не пойму, я что, уголь не отдал Эфиопу каким-то образом? Или я ему не предлагал даже? Ну, 13. Чё так уголь не нужен? Табачок я уже предложил. Жемчуг. О, готовы принять. Даже без селитры, видимо. Видимо, даже ты мне сама заплатишь. Ой, ладно, не буду тратить время. Так. Ну, видите, да? Это еще науку дает от Аншана. Ну, мне еще одна реликвия нужна. Кого она может быть? У Колумбии очень вряд ли. Ну, по идее, они должны быть у тех, кто религию основывал. У этого, кстати, можно просто повыкупать. Ну, блин, у меня и так, собственно, не так много места, куда размещать. Ну, еще, походу, нету реликвий. Но мне понравилось, как я тут реликвию выцыганил. О, морские плотины надо купить. И вот после этого я уже начну покупать рок-группы. Ой, зачем я... Я не увидел, что там нету плотины, купил... Вот тут в Тиксе не нужна плотина, серьезно?
Прикол. Купил стены случайно. Так, ну все. Давайте рок-группы. Куда их мне их отправлять? В Византию? Так, значит, тогда в Петропавловске покупаем. И... А, пока не хватает. Первая будет. Пока рок-группа. Так, стоим. 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 Очень интересные эти. Тут получилось все континенты вот такие вытянутые с севера на юг. Их 4 штуки получается. Очень странно нагенерилось. Так, а здесь у нас были караваны во Вьетнам, но начались непонятки. И я, видимо... Я могу, наверное, в Панаму еще отправлять вот так. Блин, кругосветку все равно сделал. Ё-моё! Виноват. Так, тут рабочего я хочу. Сначала. Кто торгует строительным нужен? Есть ли у нас какие-то... У меня перекупили Кардифф опять. Есть ли у нас какие-то города-государства на туризм, в принципе? Дают очки при победе, не хочу. Ереван нет. Преслав нет. Гонконг. Это строительство проектов. Рапануи, о, дает, а, и туризм по мере продвижения, ну, блин, сейчас его союзить и ставить эти муаи, неохота. Наска, Занзибар. Занзибар, кстати, тоже прикольное, на счастье. Руганы Кахоки, тоже прикольно. Ну, Аншан дает, да, ну, как бы, науку от артефактов, а не туризм. Валетта, Хатуса... Не, по-моему, там дальше ничего больше не дает. Можно заканчивать. Вот. Уже у меня такой перерасход просто. Очков эпохи. 5 кардив. Не, Антананариву. Блин, Антананариву тоже. Ну, блин, а нужны... Не, нужна мне. Культура мне нужна. Мне там несколько штук всяких пооткрывать надо. Антананариву надо обратно союзить. Будет ли что-то в эпохах на туризм? Вот это надо ставить, да? Ничего на туризм нету. Видите, лояльности вход. Золотой век, нельзя грабить ваших торговцев. Да пофигу как бы. Ну я бы производство, конечно, брал. Столица Галлии пала. Так, какой тут самый большой город? Лизио.
и Бибракс, получается. Вот это у меня основные города для захвата. Красиво, бомбардировщики еще и не убивают с первого раза корпус кирасиров. Это странно. Это тоже я, наверное, зря сделал. Амбар, водяная мельница. Переводим сюда инквизицию. Так, а где у меня еще один инквизитор? Разве один уже остался? Жаль. Пушечки. Стоим, так, Антананариву. Союзим. И уже 31 ход пишет, конечно же. Но у нас поехали рок-группы. Пока не даю им ни названия, ни прокачки. Сначала хочу приехать к Византии. И там уже решить. Так, 350. Следующие 400 будет стоить. Сколько они вообще туризма дают эти? Блин, видите, мне артефакты надо было делать, а я что-то художественных музеев слишком много понаделал. Сейчас еще карточку надо поставить на... Так, где у меня археологический? Только тут, что ли? Не, по-моему, два должно быть археологических, нет? Блин, один. Ну, ё-моё. Четыре хода будет. Да ёлки, почему не поставил за строительство тут? Аквапарк. Я типа метку, получается, выбрал вместо того, чтобы... Ой, управление шестой цивы. Обнять и плакать. Обнять и плакать. Плакать и обнимать. Видите, стадион дает 2 единицы туризма, а если население не менее 20, то 5. Ну, не в этом. Ну, хотя Соликамск растет уже 17, с другой стороны, да? Давайте стадион, потом центр вещания, потом морской порт. Строителей... чтобы
лыжные курорты делать. Ртуть. Слушайте, а нету ничего на туризм? Кстати, никакие эти не дают какой-нибудь процент к туризму. Вот этого не хватает. То есть, ну а зачем вот процент к культуре, например? Серьезно, вот в конце, когда у тебя корпорация. У вас культуры всегда как-то дофига. Вот у меня уже дофига культуры. Я не думаю, что прямо мне это прям так нужна. Так, культурное наследие, кстати. Я уберу рационализм. Я культурный туризм поставлю. Вообще, на самом деле, давайте, может, мы вместо гавани культурный туризм поставим, а вместо рационализма совместную церковь, чтобы на рок-группы... Больше тут пока на туризм ничего нету, да? Блин, еще бы вот теократическое наследие. Тоже было бы круто. Но пока так. Чуть не убили. Зря поставил тут. Так, всемирную выставку хочу. Дипломатических очков я себе дам. Дают довольство. Я бы за черепах проголосовал, но компьютер всегда почему-то голосует против того ресурса, который есть у игрока. Так что я думаю, сейчас забанит какой-то мой ресурс. И стоимость производства проведения военных юнитов. Ну, сейчас уже нету смысла за веру, потому что я веру буду рок-группы покупать. То, может, снижено за производство. Ну, опять же, мне... Может, в черепахе вложиться? Или лучше забанить что-то того, чего у меня нет? Они будут за бан голосовать. Понимаете? И таким образом пройдет... Ну, эти красители попробуем забанить. Я вроде не торгую красителями, их у меня точно нету. Ух ты, мегаизвержение произошло. Наконец-то рядом со столицей, долго ждал. Чё-то на одну клетку всего лишь. Так, снижено за производство. Не влиять на вас, черепахи. Ну что ты будешь делать? Сколько туда? Вось... Так, я 8 красителей, а тут... Черепахи 4, 10, 15, 20. Не знаю, зачем у всех есть черепахи, не знаю. И всемирная выставка пошла. Так, тут, по-моему, на туризм больше ничего нету. В техах, я имею в виду. Лесопилка, ступенчатые колодцы... Да. Тут ничего нет. 27 ходов пишет. Причем, кстати, извержение, видите, на лыжный лагерь не влияет. Тоже хорошо. Был еще обстрелять, потом отходить.
Нет, следующим. Или пожите, или можем забрать. Не, следующим ходом. Короче, он не очищает, он что-то добавляет. Наоборот, вместо того, чтобы очистить от ереси. Лоя, минус 2, да, можно перебросить сюда самолет. Думаю, 5 самолетов мне хватит. Можно уже давать именование. Какие у нас там группы есть? Давайте в честь распада. Я думаю, ой. Я думаю, это поможет. Так, и... В национальных парках на клетках с чудесами природы, по-моему... И на морских курортах и гаванях. Так, есть ли у Византии вообще гавани? Я вообще не вижу. Так, чудеса природы, давайте глянем. Блин, оно все где-то далеко. Ну, понятно, мое чудо природы, да? Но там... Невозможно выступить на этой клетке. На пиопи... А, кстати. На клетках с чудесами природы. Это имеется в виду именно прямо на клетках чудес природы, да? То есть невозможно, если непроходимая клетка, то это фигня. Национальных парков они тоже точно не строят. Хорошо, что насчет... Морской курорт? Очень сомневаюсь, опять же. Нету вообще ни одного, но я... Только начал строить. И гавань. А вот. Ну тут будет 500, а не 1000. Может где-то есть гавани с портами? Нет, нету. Ну хотя бы. Хотя бы, да? Так что давайте серфингистов возьмем. Это нам показывает, где можно выступать, но тут нам и минимум полный. Нам сюда вот надо идти этим именно рок-группой этой. Пока покупать. Один бесплатный случайный социальный институт эпохи атома. Вот тут что-то Бродвей тоже изменили немного. Только на ровном участке рядом с театральной площадью. Что у нас там по великим людям? Ничего особо
на туризм нету. А где у нас ровный участок с театральной площадью, например? Вот тут, если только я в Казани потом вырублю. Кстати, Христос Искупитель стоило бы построить. У меня, правда, морских курортов нет. Но я бы его построил. После нацмузея. Еще одна театральная площадь. На самом деле реально выглядит, что вполне возможно туризмом победить. Так, ты мы сейчас 175 за каждый и 300. Видите, артефакты чуть меньше. То есть я протормозил, я мало археологических музеев. То есть мне сейчас надо будет еще археологические музеи делать. Но они все будут. Потом 36, видите, тут 36 дает. Мне надо еще театралки ставить, и там именно археологические музеи. Ну, это уже в следующей серии будет. Это мы уже будем пробовать в следующей серии. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Надеюсь, что в этот раз получится туризмом победить, а не... Ну, блин, я уже даже тут по науке я уже всех опережаю. Я не понимаю... Почему они так слабенько тут играют? Опять. Чё, вот в прошлый раз как Вавилон, а? Это шел. А тут ему в начале крышки подрезали, и все, и он... Ну, все равно же не на последнем месте, хотя бы по науке, но тем не менее. Все, на этом все. Продолжение завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!